Привет. Меня зовут Света. Хочу снимать тоже небольшие такие репортажики о Польше. Смотрю, все люди снимают об Италии, об Германии, о Испании, и я тоже решила. Итак, мы живем, русские, с польскими корнями, в Катовицах. Катовицы – это центр Силезии, юг Польши, Шленское воеводство. Вот это вот наш район. Мы живем обок вокзала. Улица, которую вы видите, это улица Складовской-Кюри. Здесь в каждом польском городочке можно найти улицу Складовской-Кюри, Коперника, Костюшки, национальные герои. Как когда-то в Советском Союзе были улицы Ленина, Карла Либкнехта, ну и тому подобное. Это наш парк центральный, который называется Плац Анже. Летом вот такой вот интересный вот. Вон стоит алкаш около дерева и сыт, отвернулся. Европа. Женщина с собачкой. Здесь очень много собак. Как не посмотришь в этот парчок Плац Анже, обязательно увидишь гуляющую собаку с хозяином. Вот это наша парковка. Парковки здесь все платные, всегда забитые, машин много, мест мало, и бывает, что запарковать машину в нашем Катовицах очень-очень трудно. Поехали дальше. Вот это наша улица Складовской-Кюри. Вот дальше идет, мы видим такое высокое здание. Он называется Драпочхмур. В переводе, ну если дословно, так хвататель небес. Это было самое крупное, высокое здание в Катовицах, а может быть даже и на всем Шлёмске. Это здание было построено в 20-х годах 20 века. Наша такая, можно сказать, знаменитость. Вот, это такая улица, пешеходная дорожка, все дела. Вот там вот стоит бомж. Они очень любят стоять и как бы машинам махают руками, куда правильно, ну как бы припарковать машину, а потом, если что, они за это получают какие-то деньги. Ну вот это мой пробный первый фильм, в общем-то, я не знаю, как дальше дело пойдет, но это вот наши Катовицы, Плац Анже, улица Складовской-Кюри. Вот. Ну, пока. Если что получится, буду снимать дальше.